что надо делать в этом случае? В этом случае надо надеть эту скорую помощь и одеть ей гипс. Тут есть такая старая. Пожалуйста, отвезите ее в больницу. Ей надо наложить гипс. Я уже наложил. Сам, что ли? Ага, вот же гипс. Почему вы по небу прилетели? Это я не звонил. Как Санта-Клаус на оленях, на санях. Давайте везите ее, везите быстрее. Вот она, больница. С ним все в порядке. Вау, классная горка. Гладкая, белоснежная. Она льдом покрыта? Она льдом покрыта, вот что. Ничего, это случайно. У меня ничего не замерзло и не болит. О, кстати. Вот уже хочет в магазин. Сноубордист? Заходи. Вы тут магазин. Мне нравится вот такая вот черненькая. Ого, новый шлем прикупил. Поближе. Вау. И еще вот эта доска крутая. Вау, вот сюда тут кофейня на улице, оказывается. Так, ничего, ты поможем так. И кофе. Что за техника вот эта? Это снегоуборочная машина. Снегоуборочная машина? Угу. Вау. А как она снег убирает? Покажи, пожалуйста. Круто. Это когда она обратно едет, она, наверное, должна вот это поднимать. Вот так. А потом, когда снег надо убрать, она опускает, да, вот это вот ковшик свой. И опять едет. Да? А, это диспетчер, она водит машину, да? Ага. Даже не садится. Ой, наверное, надо крышу поднять. Ага. Крышу открыть. Вау, поехали, погнали убирать снег. Ага, погнали. Давайте, уберемся тут, а то скользко, сейчас все люди упадут. Ой. Что произошло? Я немножко скользил, а можно на крыше убрать снег? Да, конечно, надо убрать. Вот он снег. Давайте, лопата в машине. Ну давай, убирай снег. Ой, как тяжело убирать. Пойду отдохну. Тут ты высоко. А лестницы да нету. И меня не может спасать. Его спустили. Это просто ура. Вау. Вертолет с летчиком. Это мне надо дальше съездить. Да, тем, чтобы люди не пропали в лесу. Ага. Да. И еще, если кто-то упал, они могут на вертолете отправить больного в город, да? Угу. Но самое крутое, это следить за этим, который вот этот дядька катается. Вау, круто.